Ну что, орлы, показатели раскрываемости преступлений за второй квартал выше прошлогодних на 12%. Что, конечно, не может не радовать. Ну, есть, конечно, недостатки. Куда без них? И самое главное, конечно, это сбежавший Шумов. Но ничего, дома никуда он не денется. Он объявлен в федеральный розыск, так что где-нибудь да всплывет. Ну что, кажется, все. А, ну да, 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 да. Туманов, а тут на тебя оперативная информация поступила. Жениться, говорят, собрался. Молодец, Антон. А что скрывать-то? О, давно пора. Бери пример, Горохов. Нет, я хотел сказать. Я... Руководство в связи с этим решило выписать тебе премию. 50 тысяч рублей. Вот так. Сколько? 50 тысяч. Чего это? Молодец, Антон. Поздравляю. Спасибо. Так и я могу. О, вот держи, кого. А я все узнаю последнее. Все понятно, да, всегда? Да нет, я собирался сказать, ну, правда, случая не было, просто я в кису нет. Решили, когда свадьба? Через пару месяцев. Ну, точно дату еще не назначили, вот, пока не знаю. Ну, здорово, ну что, мы разбегаемся или, может, что-нибудь придумаем? Не, ну, вообще положено как-то обмыть твою премию. А, да, да, конечно. Ну, попыл. Понимаешь, и... Коля выгонит, слышь, лобзи. Макс! Подожди, хорошая история, ну хорошая. Ну, пусть расскажешь, пусть, пусть. Так, а ну, полиция, ты свою волну убери, я сейчас с тобой достану что-нибудь. Мало не покажется. Лобзик, это кто? Лобзик, который продавщиц взял, заложники, который Коль стрелял. Какая больница? Подожди, а с учебной гранатой это так, стоп. Тоже лобзик. Так, стоп. Слышь, ты, как тебя? Сазонов. Делай, что хочешь, только чтобы она была жива. Я сейчас приеду. Сейчас я еду. Кто? Наташа? Инна. Вам сюда нельзя. Не нужен я из полиции. Ты Сазонов? Да. Я мужчина, ты мне звонил. Где она? Переживайте, угроз для жизни нет. Давай, рассказывай. Ее соседка нашла. Ну, она хотела, видимо, в последний момент позвать на помощь. Открыла дверь в подъезд, упала. Соседка все поняла, когда увидела на полу в квартире таблетки разбросанные. Вызвала скорую, начала делать промывание желудка. Просто соседка, бывшая медсестра. Вашей жене повезло с этой соседкой. Она, считайте, ангел для нее. Ну, она в сознание приходила? Да, приходила. О вас говорила. Мы через ее телефон вас нашли. Подожди, что говорила? Ну, говорила, что жить не может, что любит. Другими словами, но смысл тот же. Понятно. Слушай, Сазонов, я тебя прошу как мужика. Делай все возможное, чтобы с ней все нормально было, понял? Я это сделаю. Но от вас тоже много зависит. Чтоб, как говорится, не дай бог, не повторилось. Ну, как говорится, я тебя услышал. Давай, звони, если что. На самом деле, Макс и Наташку Инну любят. Если бы я не знал, что это правда, никогда бы не поверил. В жизни всякое бывает. Ну да. А вы? Что? Ну, по-прежнему с этим мужчиной? Нет. Я ни с кем. Ну ничего, не переживайте. Найдете. Да? Думаю, да.
Потому что вы красивая женщина и... Спасибо, Николай Николаевич, что проводили. Угу. Доброй ночи. Доброй ночи. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Я же чувствую. Не хочешь говорить? Покончить с собой. Пойдем спать. И ты уйдешь к ней? Не знаю. Алло, Валентин Иванович, это Леонидов. У меня проблемы. Я знаю, у тебя есть правильные связи с полицией. В общем, меня жену похитили. Я бы в такую не влюбилась. Надо с этим что-то делать. Надо поменять зеркало. Пойдем чистить перышки. Ребят, информация, так сказать, только для своих. Один человек попал в беду. Ему надо помочь. Что с ним? Он бизнесмен. Зовут его Константин Васильевич Леонидов. Ну, ты знаешь. Его похитили жену. Но запятая в том, что его друг работает в правительстве области. И он просил меня лично посодействовать в поисках. Вот.
Ну что, разговор будет долгий. Понимаю. Вы присаживайтесь. Константин Васильевич, ну, если вы хотите результат, то должны быть предельно откровенны с нами. Понимаю. Нам нужно знать все о вас и вашей жене. Нужно знать все о вашем деловом окружении, ну и о ваших возможных врагах. Зачем? Бизнес, враги, зачем все это? Вы поймите, вашу жену похитили. Ну, это может быть как давление на вас. Ну, так бывает. Похититель не возникает из воздуха. Каким-то образом на вас вышли, кто-то информировал. И, скорее всего, этот человек в вашем окружении. Ну, хорошо. Спрашивайте. Только конкретно. Простите, неделикатность. Нам известно, что жена ваша сильно моложе вас. Да. У нее может быть другой мужчина. Прекратите пороть чушь! Марина порядочная женщина! Любящая жена! Не смейте придумывать какой-то бред! Мне нужна от вас помощь в конкретных делах. Что делать, когда со мной снова свяжутся похитители? Как себя вести, чтобы Марина осталась жива? Я готов заплатить. Это вообще не сумма за жизнь моей любимой. Но я информирован о том, что большинство похитителей убивают своих жертв. Вот что от вас требуется! Помощь! Конкретная помощь, черт возьми! Может быть, надо вызвать врача? Не надо мне доктора, не надо обо мне беспокоиться. Занимайтесь своей работой. Ну, хорошо. Где и когда в последний раз видели свою супругу Марину? Вчера. В 18:00 я вышел из офиса и позвонил ей узнать, когда она собирается вернуться домой. И что она ответила? Сказала, что еще на работе и приедет не раньше 9:00. Где она работает? У нее рекламное агентство. Небольшое. Ну, а потом, когда... Ну, когда вы забеспокоились? Ну, вы звонили в офис, там, может быть, охрана знает, когда она уходила. Может, она обратно вернулась, ну... Я перезвонил ей в 10:00. Ее телефон был недоступен. Ну, я решил, что аккумулятор сел в телефоне. У нас есть квартира в городе. Ну, я подумал, может быть, она решила переночевать там. Дело в том, что ее машина на сервисе, а возвращаться вечером на электричке, ну, сами понимаете, неразумно. Но когда я позвонил нашу городскую квартиру, и там тоже она не взяла трубку. Тут я испугался. Я позвонил в справочную больницу моргов. К счастью, ее там не оказалось. Тогда я немного успокоился. Ну, а утром решил поехать в город, искать ее. Открыл дверь и увидел вот эту вот записку от похитителей с требованием выкупа. Нам нужен адрес ее офиса и квартиры. А, да, конечно, конечно. Антон, Тарас, поезжайте. Если будет какая-то информация, сразу звоните, ладно? Вот, пожалуйста, здесь все адреса, телефон. Ну, сейчас вернемся к началу разговора. Ну, правда, подумайте, может, у вас были какие-то конфликты на работе, ну, в последнее время. Да что вы говорите? Не было. Марина прежде была замужем? Да, была. Была. Обычная история. Третий курс, ветер в голове, любовь до гроба. Ну, а потом оказался, в общем, ничтожным человеком. Ну, а в этом доме вы с ней вдвоем живете? Ну, может быть, есть какая-то прислуга, кухарка? С нами живет мой сын от первого брака. Арсений, водителей у нас нет. Мы все водим сами. Я терпеть не могу этого барства. Есть помощница по хозяйству, Елизавета Павловна. У нее 2 дня выходных. А где сейчас сын? У себя, я полагаю. А он в курсе, что произошло? Нет.
Он вчера вернулся около 11 вечера. В общем, у нас состоялся разговор на повышенных тонах. Он обиделся, ушел к себе. Я думаю, он еще спит. Наверное, придется с ним поговорить. Можешь простить. Да, конечно. На втором этаже, вторая дверь. И скажите, пожалуйста, а бывший муж Марины, он живет в Нижнем? Не знаю. Честно говоря, и не интересовался, и не собираюсь. Уж извините. Круто. И чё? Ты как сюда попал? Да случилось кое-что. Похитили Марину. Ну, мачеху твою, жену твоего отца. Чё за фигня? Ну, вот так. Давай, садись. Арсений не жил со мной до 18 лет. Ну, впрочем, мы встречались, и я помогал его матери. Потом она вышла замуж, уехала за границу, и он перебрался ко мне. У нас с ним, как бы сказать, сложные отношения. Скажите, а у вашего сына какие отношения с Мариной? Да какие, какие? Дурацкие какие. Он ее называет или по имени-отчеству, или мачехой. В общем, юродствует, чтобы не досадить. Ну... Марина, слава богу, мудра не по годам и на эти колкости не обращает внимания. А ему это быстро надоедает. Ну, что у вас вчера с отцом произошло? Ну, что? Приехал вчера с тусовки, выпил немного. Он начал на мозги капать, что пьяный, за руль. Ну, что, поругались? Ну, да. Он же думает, что если он меня содержит, то может меня с навозом смешивать. Слушай, а как ты сам думаешь? А кто мог ее похитить? Ну и к тому, что если это не посторонние люди, а может быть кто-то, ну, из людей, которые вхожи в дом. Может быть, друзья отца, может быть, твои друзья. Ну, среди моих друзей никого нет, кто бы мог. Да и среди друзей отца все люди приличные. Угу. А в окружении Марины, ну, были то, что называется, ну, подозрительные лица? Муж ее бывший, Степа, реальный гопник. А ты что, ее видел? Ну, видел раз. У работы ее терся. А ты что там делал? Помогаю ей иногда по работе. Молодец. Слушай, этот, как его, Степа? Угу. Он что, угрожал ей? Ну, я понял, что он с нее деньги тряс. Я отцу сказал, что какие-то лохи у твоей жены трутся. Ну, а? Говорит, не лезь не в свое дело. Я больше и не лезу. Ну, правильно делаешь. Здорово. Здорово. Привет. Здорово. Ну что? Ну, в общем, ни в офисе, ни дома. Ничего подозрительного нету. Управляющий вскрыл квартиру. Все пусто. И следов беспорядка нет. А что ты по бывшему мужу? Тарас. А, нашли. Степан Олегович Шеглов проживает с матерью по улице Родионова, 165. Тарас, ну молодец. Я тебе орден. Слушай, может, поедим, а? Пообедаем? Да уж. Нормальные люди ужинать садятся. Альчина Сергеевна, мне там по делу нужно. Отпустите. Да, у тебя час. Да, Тарас, и к вам боевое задание. Берите Вениамина Саныча, поезжайте в сервис, надо посмотреть машину Марины. Ну, так и быть после обеда, Тарас. Ну, так и быть после обеда, Тарас. У тебя дырка от пули, что здесь? Thank you.
это я. Я понимаю, тебе в это трудно поверить, но... Я тебя люблю. Я понимаю, я тебя мучаю. Я всех мучаю. Тебя, Наташку, всех. Мне от этого очень больно. Очень. И я не знаю, что делать, правда. Я все время думаю, как это прекратить, чтобы всем было хорошо, а не получается. Не получается. Смешно, да? Я просто хочу, чтобы всем было хорошо. Тебе, Наташке, ребенку. Про меня разговор не идет, я справлюсь, я. Я все время думаю, думаю, как? Я не знаю, как. Не знаю. Скажи мне. Уходи, Макс. Я не хочу тебя больше видеть. И никогда не приходи. Хочешь сказать, что на 30 тысячах коробка навернулась? Ладно, взамен. Ты скажи, на кой брать эту механику? Потому что автомат тоже ломается. Вей, ну у тебя там что-то есть? Да. Что это? Чек из банкомата на 150 тысяч. Леонидова М.М. Да, зажиточно жилая там Марина, ничего не скажешь. Ну что, тогда звоню начальнице. Угу. Хороший, ты поди к маме, он волнуется. Ты тоже хороший, только грустный. Рома, ах вот ты где! Ну-ка быстро пошли домой! Я тебя тут везде бегаю ищу. Неделю никаких мультиков, в угол поставлю. Это что такое? Кинотеатр в бассейне. Граждане! Не проходите мимо! А я думаю, ее давно убили. Почему, Коль, почему вы так думаете? Алевтина Сергеевна, есть какие-то вещи. Да если бы она была жива, давно позвонили бы, дали услышать. А этого не произошло. Потом мужик этот, явно шиш какая-то, раз Пыров куплеты за него исполняет. Ну да, и похитители должны были бы прикинуть, что кип, что будет не детский, поднимут на ноги всю полицию области. А смысл ради миллиона? Глупо. То есть думаете, это убийство, которое кто-то маскирует под похищение? Похоже. Константин тут не молодой человек. Видно, что любит свою жену. Видели вы истерику, когда мы спросили про другого мужика? Да. Я думал, он кони двинет. Знаешь, кто-то хочет, чтобы он очистил поляну в своем бизнесе. Да, Макс. Все в порядке? Да передам, передам. Пожалуйста. Граждане, обратите внимание! Конечно. Макс, задержим. Кинотеатр в бассейне, сбор средств воплощения, эксклюзивные идеи, пожалуйста. Прославьте себя и ваш город. Ждем вас в кинотеатре с бассейном. Здрасте. Здравствуйте. Степан Олегович? Да, что такое? Да как вы смеете? Отстаньте вы от меня! Отдам я вам ваш кредит! Мы из полиции, нам надо поговорить с вами. О чем? Например, о том, где вы прячете похищенную вами бывшую жену. Марину Леонидову. Марину? Мне в 10 классе одна женщина гадала по руке. Она мне сказала все-все. Она мне сказала, что я тебя встречу и полюблю.
Она мне сказала, что я рожу девочку и буду несчастной и одинокой. Вот. Я поэтому так и бесилась всегда, что все знаю наперед. Ты можешь уйти в любой момент. Я твой уход уже 1000 раз пережила. Ну, будет 1001, подумаешь. Наташка, прекрати. И потом, ну, наверное, будет честнее, если ты уйдешь к ней. У меня будет девочка Эльза, а у нее нет никого. Наташа, у нас с тобой будет мальчик. Ну, зовем его Ромка. Я УЗИ делала, это девочка. Вот и проверь. Ну, ладно. Недолго осталось. Ты поживи со мной еще хорошо. А когда я рожу, я хочу прийти домой, и чтоб тебя не было. Так. Ты чего? Не надо. Что не надо? Да я виновата, я тварь, я убила мужика, я сволочь, я дрянь. Ну что же мне теперь делать, если я тебя люблю? Если я тебя люблю, я хочу без тебя жить. Я с тобой, успокойся, я с тобой. Что мне делать? Скажи мне, что мне делать? Ну почему все так? Что вы там? Вы напридумывали про меня? Зачем мне ее похищать? Я что, гангстер, что ли? Вы требовали с Мариной денег за что? Я требовал. Почему я требовал? Я просил долг. На какие неотложные нужды? Это не важно. Это решаю я, важно это или не важно. Хорошо. Я взял кредит, чтобы сделать эксклюзивный кинотеатр. Кино в бассейне. Я ненормальный, но я просто опережаю время. Вложений нужно немного. Аренда бассейна и мощный кинопроектор. Но эти глупые люди не понимают, что смотреть кино и плавать, это же гениально, это же здорово. И вот в этом банке, они же не понимают, что я креативный, что я генерирую идеи. И они мне посылают этих дубоголовых из коллекторского агентства. А сколько вы должны были банку? С процентами? Около 1000000, да? А, понятно. Все сходится. Я бы сам себя тоже подозревал бы. Но теперь я не скажу ни слова без своего личного адвоката. И кто же ваш личный адвокат? У меня его пока нет. Потому что я законопослушный гражданин, а не гангстер. Как знаете. О чем? Петровича не знаешь? Че, наехал? А то не хочешь премию, говорит. А ты? А что я? Сказал, сделаем, так что давай объемы будем гнать. А качество, оно не нужно никому. Вот так везде у нас. Одни всякую пяку в колбасу суют, другие закон дебильный принимают, и никто ни за что не отвечает, блин. Мих, глянь. Похоже, приехали. Ментов вызывай. Здрасте. Вы кому? Здравствуйте. Мне сказали, вы в этот кабинет. Ну, проходите, рассказали. Вы кто? Меня зовут Лизавета Павловна. Я помогаю по хозяйству у Константина Васильевича. Ага. Присаживайтесь. Спасибо. Отлично. У вас есть какая-то информация о похищении? Вы знаете, я что пришла-то? Ну, может, конечно, и нехорошо. Но я решила вот как все есть сказать. Понимаете? Связь у них. У кого с кем? У Марины-то Михайловны с Арсением. Я их несколько раз заставала, пока Константин Васильевич-то дома не было. Простите. Борзова. Ну, по описанию похоже на нашу. Пока не приедет наш эксперт, чтобы никто ничего не трогал. Да. Господи, нашли. Thank you.
Значит, по Арсению. То, что он спал с Мариной, еще не делает его подозреваемым. Я просто мотива не вижу. Я пока тоже мотива не вижу, но надо заняться им поплотнее. Может, мотив появится. Показывай. Елизавета Павловна попросила пока молчать, что Марина найдена мертвой. Константину Арсению знать это не обязательно, а Пыров даст сутки, не больше. Угу. Но Веня сказал, что черепно-мозговая. Ударили сзади. Да. Значит, ты тогда с мальчишками занимайся Арсением, а я еще раз поговорю со Степаном. Ну, поговори. Поговори. Где адвокат? Давайте без цирка сегодня, хорошо? Не понял. Найден труп Марины. Бедная моя дурочка. Да как же это? Я знал. Я знал, что так и будет. Боже мой, я, к сожалению, не мог дать того уровня жизни, которого она была достойна. Но я любил ее. И она меня любила. А этого папика она не любила. У него, конечно, куча денег, а у меня только креативные мозги. Ну, естественно, она выбрала его. Как же это? Товарно-денежные отношения. Я знал, что она погубит себя. Я знал. Какую сумму денег она уже успела вам дать? 10 000. Больше у нее не было. Она при мне открыла кошелек и сказала, что она не имеет своих денег, и это все, что есть. Незадолго до того, как она пропала, она сняла с карточки 150 тысяч рублей. Она вам не давала эти деньги? Вы шутите? Конечно, не давала. Не, ну я реально не одупляю. Во-первых, зачем я вам нужен? Во-вторых, зачем вам нужен Арсений? В-третьих, как вы меня нашли? Виталий, на все вопросы ответ один. Господа пришли из полиции. Есть господа, спрашивают, им нужно отвечать. Ну хорошо. Ну можно по-человечески? Вот, ну реально, вот просто интересно очень. А как, так, ну как вы меня нашли? Виталий, послушай меня. Вы френд Арсения в Фейсбуке. Так. Полчаса назад вы здесь зачекинились. В это помещение. Так. Вот так мы вас и нашли. Ха! Ну, и теперь и рассказывай нам про Арсения. Что вам рассказать про Арсения? Про деньги. Какие деньги? Я знаю, что у Арсения отец строгий и не балует его. У него отец вообще жмот полнейший. Представляете, вот у пацана отец реально крутой, а он ходит и клянчит у всех деньги, как поберушка. Вам он тоже должен? Ну, я ему одолжил незначительную сумму, там, 100 000 ему кинул. Но он сказал, как будут бабки, так отдаст. Да я и не спрашиваю, пацана все затискали, жалко и так. То есть это значит, что он не только вам денег должен? Да он всем должен. Всем? Да всем. Вот это мы и хотели узнать. И я прошу вас, Виталий, нашу беседу сохранить в рамках строгой конфиденциальности. Конфиденциальности. Да. Конфиденциальности. Сохраню. Все. Бывай. Позвольте себе вопросик тоже. Давай. Мне интересно. Зачеки? Зачекинились. Зачекинились. Ну да. А что, у нас такие слова умные? Да, есть немножко. Так откуда, ну? Ну, Егор научил. А-а-а. Зачекинились. Пора заканчивать эту историю. Ну, а ты их вызвала? Да, едут. Думаю, вас ждет много интересного. Поехали, Макс. Я сама, дурак! Иди, Виктор! Ты правда? Скоро. Сейчас.
Паш, держись, все будет хорошо. Держись, держись. А, куда вы его везете? Родионова, Семашка. Я поеду с вами. Нет, Арсений, вы не поедете, останетесь с нами. Это почему? А вы задержаны. По подозрению в убийстве вашей мальчики. Что? Да. Задержаны. У вашего сына были финансовые проблемы. Чтобы их решить, я придумал это похищение. Потом испугался и убил, так? Чего? Будь ты проклят! Да вы с ума сошли, не убивал я! Ваше слово, товарищ Маузер. Красиво машина, Тина Сергеевна. Я не убивал. Моя лучше. Задержала, спросите. Значит так, Арсений. Мы обнаружили кровь и волосы Марины в багажнике вашей машины. Проведена экспертиза. На волосах найдено средство для волос, которые есть в вашем загородном доме. Мы проводили обыск в вашем загородном доме и в городской квартире. Средства есть только в доме. Также в доме, в ванной, обнаружена кровь Марины. Она, конечно, смыта, но современные средства криминалистики позволили ее обнаружить. Теперь я слушаю вас. Значит, отец ее убил, вывез на моей машине и хотел, чтобы подумали на меня. Или ее убили бы. Он лох, я вам клянусь, он лох. Он всегда думал, что он супер-пупер, а я неудачник. Но я его сделал. Какая самоуверенность. В их ванной, правильно? В моей ничего Маринкиного быть не могло, если только он не подкинул. Да, кровь обнаружена в ванной, которая находится рядом с комнатой отца и Марины, да. Круто. Значит, если его посадят, все достанется мне, правильно? Или посадят вас, Арсений. В их ванной я установил микровидеокамеру. Пишущую. Круто, что вы ее не нашли. Круто. И где она? Включается на движение, моя ванная через стену. Будем смотреть кино? Будем. Держи. Дорожка слетела. Ну, все и так понятно. Если не секрет, зачем видеокамеру поставили? Зачем все это? Я ненавидел его всю жизнь. Он бросил мать, бросил меня. Когда я к нему переехал, он постоянно меня унижал. И я мечтал унизить его в ответ. Я добился Марины, что было несложно. Установил в ванной камеру, потому что мне было смешно смотреть на то, как они залезают в джакузи, в котором мы с ней были пару часов назад. Потом мне этого стало мало. Я хотел, чтобы он об этом узнал. И я подстроил так, чтобы Лизавета нас застукала. И у меня это получилось. Только если бы не моя камера, я бы сейчас был убийцей, а он победителем. Деньги она вам давала? Да. Ну, вон он. Здравствуйте. Мы к вам присоединимся, не против? Здрасте. Ради бога, здравствуйте. Он признался? Да, он признался. Признался в том, что соблазнил Марину, в том, что ненавидит вас. И что установил видеокамеру в вашей ванной комнате.
Ну что? Любил подглядывать за нами? У него вообще плохая наследственность. Вы не хотите посмотреть, как вы убили Марину? Нет. Я ни о чем не жалею. Я вам, наверное, теперь кажусь каким-то исчадьем ада, убийцей, хладным. Все не так. Я любил ее. Никого и никогда раньше я не любил так, как ее. На каком-то последнем дыхании. Ну и как мне было жить дальше, зная, как грязно попрали меня и мои чувства? Как? Я не знаю. Можно было попробовать оставить ее. Жить чем-то другим. В жизни много всего. Ну уж нет. Извольте оставить меня. Я не намерен более с вами общаться. Да, конечно. Мы немного еще вас побеспокоим. Вас переведут в тюремную больницу. Забирайте пару. Ошиблись, мужчина.